Согласно постановлению правительства, с 1 августа в России вырастает утилизационный сбор на автомобили с 1,7 до 3,7 раза в зависимости от объема двигателя и возраста машин. Индексация затронет авто как новые, так и БУ, ввозимые в страну для перепродажи. Но формально сам сбор будет составлять 20 тысяч рублей, как и в 2012 году, когда его только ввели. Есть конкретные суммы, которые нам выставит государство. С этим мы будем, нам придется смиряться. Сократится поток автомобилей на Дальнем Востоке. Опять же, повторюсь, автомобильный бизнес очень сильно пострадает в этом. И цены на автомобили, соответственно, вырастут. Ну, представляете, если автомобиль стоил, вот, например, Toyota Prius, да, вот он стоил там 1,5 миллиона рублей. Если утилизационный сбор увеличится в 3-4 раза, то машина уже будет стоить там за 2 миллиона рублей. И обычный человек не готов будет покупать этот автомобиль. Также огромное влияние на стоимость машин окажет и понижение курса рубля, ведь если в начале этого года доллар составлял 78 рублей, то на данный момент его стоимость равняется 90 рублей. Есть сомнение, что вообще на самом деле он вступит, потому что такая сырая, весь этот указ, он сырой, как бы, и полностью не сформирован прям как будто до конца. То есть, как будет работать это все, кому будут в конечном итоге этот утиль выставлять, то есть, потому что у нас есть, допустим, люди, которые возят машины, есть, которые их покупают, и кому по итогу этот утиль будет выставляться, неизвестно, там, в какой сумме, когда и как он будет выставляться, где-то там в виде налога на госуслугах, либо еще как-то, то есть, ну, вот это вот понимание точно нету, и мы все-таки надеемся, что его либо как-то отсрочат, либо там с какими-то послаблениями примут там и так далее. Мы доверяем, конечно, только вот новостям именно вот, которые подтверждены бумагой какой-то, постановление, когда выходит, печать, подпись, все как положено. Слухам мы привыкли уже особо как бы на них не обращать внимания, мы как бы, ну, смотрим, да, что вот действительно может что-то случиться, но мы особо не доверяем. Некоторые продавцы авто надеются, что повышение утилизационного сбора авто будет отменено, так как это помешает развитию бизнеса. Степан Скляров, Ксения Быкова, новости на Восьмом.